517 тысяч квадратов в прошлом году, на 13 тысяч больше план на 2014. Перспектива не меньше миллиона квадратных метров. Это уже лет эдак через 6. Несмотря на то, что региональный строительный рынок прибавляет в темпах, инновации у большинства бизнесменов нынче не в чести. Почему? Вопрос. А меж тем комфорт, энергоэффективность и доступность жилья вот. Нанограл мы делаем, да? Так, давай на свет. О. Размотка. Больше 5000, да? Это больше. Ну, агрегирует. Умеешь собирать кучку. Ну, подержи-ка я его сейчас этот самый увеличу, попробую это предел. Ну, агрегирует. Агрегация происходит. О, умеешь мелкие гранулы образуются. Хорошо. Так это ж хорошо. Хорошо. Так, вот мы термопару установим как раз напротив. Напротив, сверху над гранулами контейнера. Надо минуты две подержать. Они потому что обещают что-то до 120 минут. Ой, секунд. 2 минуты. Полторы минуты прошло. 6 секунд 30. Что, все, 2 минуты? Сам повернуть его можно? Показать, что за прибор? Вообще ничего. Там поступишь. Слой только сгорел. Армировку, вон сейчас дальше армировку начнем жить.
последнего, до победного. Еще долго? Похоже, да. Она держится, она даже с той стороны не едет. А можно я машину помою? Может, да. Может, туда можно? Нет, помыть? Ну мы минут 5, наверное, будем собираться. Нет, просто если вы туда подвинете, я сюда поставлю. Там ты не будешь. Если с горячей, уже холодной водой. Ничего не будет, это же ML не металлик. Да. И выход бахнет, это бледня. Да, если подумать, она даже надежнее, чем та. Да плита даже интереснее. Это, считай, вот выгорает как, да? Вот образец даже можно один с собой взять. Че, уже 5 минут. Все, наверное, в это время уже пожарный успеет приехать. За 5 минут. А поверни, Жень. С другой стороны. Да? Ну это грязь там, да? Горючий материал. Это отлично. Установление, конечно, уже не подлежит. Но не трескается, не лопается. Сформировка идет. Они и про ту говорили, что сформировка, но что-то хер его знает. Двухсторонняя армировка. Да. С той стороны. Давайте на расколь, может. Так, давай это раскалим. Thank you.